С вами снова Марина Морок. Суббота, по-моему, 27-е, если я не ошибаюсь. 27-е, 29-е число. Вот. 29-е число. Самое сердце Загорского моря. Я спешил еще перейти тут через такой вот мостик. Вот там вот на том стороне, только-только буквально несколько минут назад на той стороне я переходила вон тот песчаный пляж, а сейчас я уже на другом берегу, где люди жарят свои спинки на солнце. Такой вот тут мосточек, через который я перехожу пешком. Я не так виртуозно вожу велик, чтобы проехать по такому мосточку. Тут, блин, я так пить хочу, но я так... Короче, дядя Руслан посмотрел по смартфону, сегодня очень жарко, парит. И он сказал, что через час будет страшная гроза, град, ливень. Ужас и Армагеддон. Поэтому я смотрю, народ так массово, короче говоря, валит с пляжа. Вот. Пляж-то представляет из себя маленький кусочек песчаной земли. Ну, маленький песочек, засыпанный песком. А в остальном все вот такая вот густая трава, где можно залечь и спокойно печься на солнышке. Люди тут занимаются кто чем. Кто-то пускает змеи, кто-то отдыхает, кто-то загорает, кто шашлыки печет на той стороне ближе к лесу. На этой стороне тоже можно там подальше уйти в травку, чтобы запахами вкусными не тревожить людей. Кто-то в мячик играет, кто чем занимается. В общем, здесь очень клево отдыхать, а главное, это бесплатно. Не надо платить за постой. Ну, я свои серьги у посада. Вот. И реально это всяко дешевле, чем юг. В общем, для тех, кто, как я, уже который год не может приехать на море, Загорское море ждет, так скажем. Еще тут можно знакомиться. Вот. И проводить время с детьми. Вот. Всякие есть тут скамеечки. Ну и, конечно, я сейчас пойду купаться. Я так давно мечтала уже об этом. Вот. Уже очень-очень давно я мечтала пойти купаться. Я об этом мечтала всю прошлую неделю, пока я сидела в офисе за компьютером. Думаю, когда же купаться? Когда же купаться? Когда же купаться? И вот, наконец-то, этот момент настал. Сплошной бодипозитив и просто позитив. Загорское море ждет. Прогрелась в кои-то веки. Надеюсь, что вода теплая.